Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и добро пожаловать в наш пятый сезон, вроде в 57-ю серию. И что, ребята, мы будем делать в этой серии? Во-первых, нам нужно вот этот весь хлам поскладывать, да. Дальше, что нам нужно? Нам еще нужно прокачать один уровень Магнезону, 6 уровней Венозавру, 3 уровня Эспиону. И до хренища еще уровней Ларвести. Ну какие планы в этой серии? Я уже хочу сделать себе алмазную печку. Мы уже давным-давно, ребята, с вами договаривались, но я никак не могу к этому прийти, чтобы уже наконец-то пойти и сделать себе печку. А для этого, конечно, нужно сходить в ад. Но, ребята, так, давайте еще вот это выложим. Для этого действительно нужно сходить в ад. И, наверное, в этой серии мы так и сделаем. Только перед тем, как куда-то идти, я хочу расчистить вот этот весь инвентарь. Потому что сами уже много мне говорили, и, в принципе, было много жалоб, что Эдисон уже расчистит свой инвентарь, это уже запарило, что ты ходишь с фулом. И, в принципе, я с вами согласен. Иногда время от времени нужно это все расчищивать. Так, что мы еще можем сюда поставить? Вот это вроде, да? Сюда. Это... И вот это, да, вроде. И вот Thunderbolt, я еще забыл. Вот сюда. Замечательно. Бол еще сюда можно поставить. Это. Так. Во-первых, алмазную печку нам нужно закарабасить. Потом что еще? Что еще? Я еще что-то хотел. И, конечно же, прокачать Ларвесту. Ребята, если у нас, конечно, получится в этой серии, то мы, может, сделаем даже раркенди для Ларвесты. Конечно, если получится, еще расскажу. Так. Это сюда. Ну, вроде вот мы и расчистили весь наш инвентарь. Я надеюсь, тут ничего нету. Нет, тут ничего нету. Так. Ну что, ночь. Я не знаю, честно, ночью бы круто было пойти поубивать бишарпов. Потому что нам нужно еще Магнезону, Венозавру. Ну ладно, ребята, знаете тогда что? Тогда мы идем быстренько поубиваем бишарпов. Или это уже утро? Я чуть не догоняю, если честно. Да нет, это утро только что было. Нужно быстро пойти, ребята. Если у нас удастся сегодняшняя прокачка, то, в принципе... опять вот я чуть не забыл. То, в принципе, ребята, уже и сейчас. То мы выложим сразу... Да ты что издеваешься, ребят? Я не могу написать. Вот. То мы выложим вроде даже 2 или 3... Или 4 покемона в этой серии. А это я не скажу, что мало. Бишарп. Я опять не знаю. Бишарп. Ну вот так. Не знаю. То ли я тогда неправильно написал, то ли. Орб. Ребята. Чё я случайно нажал? Вот. Ты чё издеваешься? Да чё это за фигня? Что за автоматическое включение каких-то? Вот так. Офигеть. 106 убийств, ребята, нам нужно. Еще пару серий, мне так кажется. Я надеюсь, Магнезон быстренько эволюционирует. Не нужно ему будет еще прокачивать кучу... точнее, убивать кучу бишарпов, чтобы его прокачать. Быстренько один уровень. Быстренько 6 уровней Венозавру. Может, еще даже Эспиону успеем. И, ребята, топаем мы в ад. В аду не переживайте. Мы не будем в аду долго задерживаться. Это, в принципе, нету смысла даже. Мы себе возьмем парочку Незераков. И все. И топаем домой. Больше нам ничего не нужно для того, чтобы сделать печку. Да, мне многие говорили, что зрек можно выбить с понит, но, если честно, то не с каждой пониты он выпадает. А нужно убить нормально такое количество, чтобы его выбить. Поэтому это и долго. Зачем? Я уже, ребята, сделал, кстати, портал уже дома у нас стоит. Просто что нужно пойти, спуститься, и все. И все. А давайте, чтобы хотя бы немного разнообразить, мы слоем Клефери. Потом ее, в принципе, прокачаем. Ее у нас нету.
А не зря же мы себе нафиг захреначили 3 стака болов. И, в принципе, как раз вот эти болы и пригодятся. Как раз они для этого и предназначены, чтобы мы ходили и тупо всех подряд, знаете, ловили. Снорокса я вижу, а Манчелкса что-то я вообще ни разу тут не видел. И вот это фиговенько. Но зато мы Клефери словили, ребята, поздравляю. Фух, ну чё, Магнезон? Вот вы... Ну давайте, давайте. Тут уже понятно, походу, кто выиграет, хотя... Хотя... Ну давай, давай. Ну пожалуйста, ну добей уже его. Ну я тебя очень прошу, наконец. Статую нафиг, даже промазал. Так, Грудоша. Давай, прокачай еще один уровень нашему Магнезону. Все, ребята, Магнезон прокачан. Фух. Так, дальше у нас идет Венозавр и... Ой, ой, нет, Экспешер, у нас единственный Экспешер, я его и то выкидываю. Вот так. Венозавр, Ладно. Я бы и сам напал, но раз ты такой очень крутой. Так. Еще два уровня Эспиону. Главное опять не перекачать кого-то, потому что потом возвращаться качу к 45-му где-то уровню, если честно, не очень хочется. Поэтому нужно быстренько зафигачить два уровня и топать домой как можно быстрее. Еще один уровень, и Венозавру еще 4 уровня. Не знаю, успеем, не успеем. 99 убийств. Бум-бум-бум-бум-бум, Эртквик. Ничего там. Эртквик, ну чё вы, где вы, Бишарпы? Вы нам нужны как раз в этот момент. Но что-то я вас вообще никого не вижу, ни одного даже Бишарпа. Вот. Давай, давай, больше, больше, больше. Нам нужно успеть к утру, даже если можно раньше, чем к утру, чтобы не затягивать скачем, а сразу пойти в ад за ресурсами. Хил. Так, замечательно. Там еще босс, сейчас посмотрим, кто это. Опа. Шайни, вижу, вижу, ребята, не кричите, я вижу, что там Шайни. Только нужно посмотреть, кто это. Снорлакс. Было бы, конечно, круто, если бы был Манчлакс, но... Ни хрена себе. Там такой маленький шанс, что выпадет алмаз, вроде пару процентов, а нам выпало сразу 2. Ребята, таким способом, таким темпом мы себе еще сделаем, я не знаю, 2 алмазные печки, если повезет, конечно, но... Фу, ну вот это 47 уровень, ребята, попотеть, мне кажется, нужно будет с этим Снорлаксом. Они всегда такие твари. Варвеста, не умирай. Я не знаю, честно. Ларвеста, пожалуйста, не умирай. Ху, смотрите, там... Да, короче, убили мы, походу, Снорлакса. Там она же его вроде подожгла, и если он ее даже раз ударит, то сдохнет. Пожалуйста. Ух, офигеть, словили, замечательно. Так. Шайни Снорлакс сойдет, почему бы и нет. Нормально. Клефери, Шайни Снорлакс, 2 алмазика выбили Саблея. Нормально, если честно. И Спен уже 40-й. Ху. Главное, не перекачай. Ребята, продуктивно. Продуктивная серия, можно и так сказать. Да с кем ты тут колбасишься? Что-то я никак не могу понять. Ну, пожалуйста, Саблейчик. Ребят, давайте попросим. А, ну ладно. Да с кем ты бьешься тут? Я что-то вообще не могу догнать, с кем вот этот Бишарп тормознутый немного бьется. Но ладно. Эспион 40-й, Магнезон 40-й. 2 покемона уже в этой серии и летят просто, идут в компьютер, и мы берем новых 2 покемонов. Наверное, еще одно Иви. Следующее Иви у нас, наверное, будет в Вапорион, потому что, к сожалению, я забыл про нее. Но ничего страшного, наверное. Сделаем Вапориона, потом Глассиона. Не Глассиона, а Флариона. А потом уже походу Амбриона, потому что только вот эти остались нам. Фух. В этой серии, ребята, никого не буду добавлять. Я уже говорил почему, потому что добавляем раз в 3 серии. Чё за фигня, я даже покемона не смог поменять. Точнее, не было возможности, не дало мне поменять. Ну да ладно, нападай. 20 уровня недолго бить, но зато нам дастся орб прокачанный. 89, нормально. Это можно выкинуть, это можно выкинуть, это можно выкинуть. И топаем дальше, ребята.
Пожалуйста, ну пожалуйста, ну без шарпики, ну заспамьтесь, нам еще два уровня осталось. Что? О, еще шайни. Если бы не было, я бы если бы у нас не было Маркрова, я бы удивился, но он у нас есть. Уже и прокачанный, поэтому... Так, ну что, ребята, давайте, шустренько, еще два уровня к утру нужно успеть. Хотя уже, в принципе, утро скоро, нам еще два уровня нужно прокачать. Ух, я надеюсь, что сейчас вот, замечательно. Не вступайте в бой, я вас прошу, друзья, друзишки, пожалуйста. Ху, замечательно, сразу двух бишарпов убьем. Потому что, смотрите, уже, в принципе, и утро. Хотя и так не успеем. Еще один уровень остался. Вряд ли, если честно, мы успеем. Уже, в принципе, они должны прекратить спавниться. Но да ладно, не успели, так не успели. Но зато мы успели прокачать Магнезона и Эспиона. И что еще один уровень там остался Венозавру, это такое, знаете, потом можно прокачать. Зато мы еще быстренько еще Орбик прокачаем. Смотрите, плюс 2. Плюс 2, в смысле, плюс 2 заполненных слоя в орбе. Плюс 3 или плюс сколько там, плюс 4. Это быстро. Ну как быстро, если на таких уровнях, то да, быстро, если они все рядом, знаете, находятся. То да. 81, ребята. В принципе, уже скоро, если честно. Ну все, больше никто тут не спавнится, поэтому топаем мы быстренько, как можно быстрее в ад. Да будем чуть-чуть камня, может чуть-чуть глустона, знаете, чтобы хватило. Или, например, даже чтобы фонари сделать. Уже свои они с гиммоном, можно так сказать. Ну что, потопали. Вот я уже тут сделал. Вот вход такой. Давай, заходи. Ой, выходим. Ну тут все же лучше выключать шейдеры. Все, этого уже хватит, ребята, мы уже уходим. Ну то, чтобы, да, было бы круто, если бы мы еще собрали. Сейчас, а давайте вот так. А давайте вот так, по-умному. Вот так. И только... Нет, ребята, мы не будем тут долго задерживаться, мы только вот эту кучку соберем и уходим. Это быстро. Быстро, но продуктивно. Тут, в принципе, стак будет, даже если не больше. Так. Вот сюда бы перепрыг. Вот, замечательно. А, как перепрыгнуть? У нас же крылья есть, я и забыл. То, что плавно перелетаешь, а не перепрыгиваешь. И все, мы уходим уже, ребята. Давай, последний. Замечательно. Все, это собираем и уходим. Немного покопали, можно уходить, да? Так. Все. Еще вот тут. И вроде все, да? Кварц там, в принципе, нету смысла собирать. Какой смысл собирать кварц? Что нам он даст? С ним, конечно, что-то строить, но строить пока что, в принципе, нечего с кварца. Можно и так сказать. Все, возвращаемся. Вот такой... Быстренький поход в ад. Все, вот мы и тут. Выбираемся. Это можно зачарить. Protection, ну, в принципе, да. Fire, Thorns and Breaking, Longer Fly. Longer Fly. Fly, Ariels. Вот, хрен его знает, честно. Да, пофиг. Ух ты, твою нафиг! А я даже не знал, что это можно зачарить. Если бы я знал, я бы давным-давно зачарил. У нас было 49 вроде вот этих взмахов крыльями, да, что можно подлететь еще сколько раз. А сейчас 120, если округлить. Longer Fly, Ariel, Swiftness. А ну давайте посмотрим, что это нам дало. Мне просто интересно. А потом дочарим до конца, конечно же. Ребята, я люблю эти крылья.
Смотрите, какие они быстрые стали. Смотрите, какие они быстрые стали. Охренеть. Я влюбился в эти крылья. Есть! Ребята, ну, вы заразы, а? Ну почему мне никто не сказал, что можно крылья зачарить? Если ты зачаришь, то они еще и быстрее летать станут, еще и больше взмахов можно будет сделать. Так смотрите, как это круто. Бррр. Это можно сказать, как тот джекпак, просто, но не шумит так. Не, ну конечно, он медленнее, но все же. Это потом еще дочарить нужно будет. Офигеть, ребята, вот никто мне не сказал, а. Ну да ладно. Что ж, ща. Как называется вот это? Как называется эта хрень, а? Сейчас, секунду, ребята. Я просто забыл название, нужно посмотреть, вот. А, Anvil, твою нафиг. Гейммод. Вот так. Anvil. Я не жадный, мне не жалко столько, в принципе, блоков, потому что, ребят, вы сами знаете, что сколько у нас железа. Мы же столько бишарпов поубивали, что это с ума сойти. Так, замечательно. Это бы еще тут... Не, ну, тут нет, потому что это не будет тут стоять. Фиг его знает. Так, сейчас. Да. Нужно, я хочу переименовать Lovely Wings, милые крылышко, потому что они, я влюбился, честно, нифига себе, они такие быстрые, такие, в принципе, дольше летают, да, дольше взмахов крыльями, и это реально очень круто. Так, ну ладно, опыта у нас не хватает, поэтому, в принципе, не хватает, да. Нужно потом будет добить, и потом мы себе их зачарим, крылья, точнее, переназвем. Переименуем. Так, ну что, ребята, ну что, делаем мы печку. Фюрнейс, так, вот она. Делается она, вот. Делается с айрон. Ага. Ну, одна у нас есть, одну, точнее, возьмем. Это сюда. Замечательно. И быстренько мы себе делаем, точнее берем алмазики, сколько там у нас, 11, 13, а нужно 16, поэтому не хватит, но все же. Потом, если что, сделаем, еще 3 алмазика вроде нужно, потом, в принципе, сделаем, если что. Это можно тоже забрать, чтобы пережарить, переплавить, да? Это, в принципе, сюда можно поставить, это вот сюда, вроде так. Это еще сюда можно. И... Вот это еще, в принципе, можно. Уже даже не нужно, да? Ну, может, потом как-то пригодится. крылышки. Они так быстро летают, что с ума сойти. Это сейчас именно. А кто там? Uncommon. Так, ладно, что? Что мы делаем? А, где? Потерял. Вот тут, да? Ой, да что я поставлю? Что я вообще ставлю, ребята? Вы меня запутали, да? Вот! Алмазная печка, наконец-то. Фу. Ну что, смотрим, как она будет жарить. Нифига себе. Ребята, вы просто даже посмотрите на огонь. Если даже сюда поставить, да? Тут обычный красный, а тут такой синий. То есть прям ультра быстро как-то. Не, ну реально, быстро. Ничего не говорю, быстро. На то она и алмазная печка, можно и так сказать, да? Прям так сидеть и смотреть, да, как она быстро пережаривает. Так, вот сюда. Ну все. Приступим. Конфеткам, ребята. Все хотят конфеточки. И печеньки там у нас есть на кухне. Не забывайте, что можете брать. Да, я знаю, скоро уже, наверное, будет серия о еде, я надеюсь, если я сделаю ресторан. Ну, я постараюсь уже, ребят, не нужно кричать, что Эдисон, не хочешь делать ресторан, но я сделаю, и потом, в принципе, уже сделаем серию о еде, но чуть позже, потому что еды, давайте еще раз посмотрим, еды мы насобирали действительно очень много, то есть на какое-то время, конечно же, хватит, даже вот это я еще не посадил.
Потому что тут, смотрите, у нас сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мест. 8 мест, где растут всякие фрукты. Вот. А я еще даже не все не посадил. Например, что тут у нас есть? Лимон у нас есть. Еще что-то есть, что можно посадить. Это все нужно посадить и, в принципе, выращивать. Но пока что нет времени. Даже вот эти кусты нужно, да? А где бы кусты? Ну ладно, это мы потом разберемся. То есть не сейчас серия идей о посадке. Вот даже еще, смотрите, ребят, даже кокосы еще есть. Кукунут. Даже вот это все еще есть. И, в принципе, это действительно нужно посадить. И выращивать кокосы, лимон, еще там что-то. Так, вот. Действительно нужно, в принципе, потому что это полезно. И у нас будет как раз очень большой сад, где мы будем выращивать наши фрукты. Потом еще даже можно сделать отдельный сад, как я говорил. Помните, ребята, кто смотрел? Ну, вряд ли уже кто-то помнит. Уже, наверное, все забыли, что я говорил, что можно сделать какие-то купол, стеклянный большой купол, да? А в куполе посадить, типа, вот, я вспомнил сейчас, как... Ребята, я тогда сидел нафиг и тупил пару минут, потому что я не мог вспомнить, как называется это имя. Теплица. Точно. Ты что, издеваешься нафиг, а? Теплицу сделать. Точно, ребята. То есть посадить... сделай большой стеклянный купол, да, и в куполе выращивать, например, помидоры, огурцы, что там еще есть. Да все подряд, да, даже потом отдельный купол себе сделать. Только для того, чтобы выращивать вот это. Клубнику, ежевику, чернику, все, что там есть, в принципе, потому что мы это насобирали. Это действительно очень классно. Вот где-то потом вот тут сделать большой купол, мне кажется, будет прикольно. Только что вот это не растет, хрен его знает. Ты что, издеваешься нафиг? Может, места? Хотя как места не хватает? А! Хотя... нет. Что за хрень, ребята? Хрен его знает? Стак профукли, и оно даже не выросло. Ребята, что за фигня? Кто-то мне скажет? Может, реально места не хватает? Допустим, вот тут уберем. Вот тут уберем. Вот тут уберем. Да хрен его знает. Два стака вот этого профукли, ни хрена не выросло. Ладно, потом разберусь. Тут все уже выросло. А вот это никак не хочет. Ну ладно, короче, потом разберемся, ребята. Сейчас не будем на этом зацикливаться. Быстренько мы прокачаем уже эту Ларвесту. Уже нужно серию заканчивать. Быстренько мы ее прокачаем и наконец-то выкладываем в компьютер. Яблоки есть, железо есть. Рарки... Тростник! Вы чё, издеваетесь? Я забыл про тростник. Как я мог нафиг забыть про тростник? Что нам нужен сахар. Шутки-прибаутки. Твоё нафиг. Я забыл. Ребята, честное слово, я забыл. Ну смотрите, нам нужно 8 тростника. Давайте, может, даже успеем что-то сделать. 8 тростника, чтобы уже наконец-то прокачать Ларвесту. Ну давайте быстренько полетим в ту сторону. У нас уже супер-пупер всякие крылья есть. Почему ты не растешь, я не представляю. Может, реально, ну, места, походу, тупо не хватает. Ну хотя тут же друг на друге выросло. Там тоже друг на друге выросло. Почему тогда тут места не хватает? Ладно, кто там у нас? Ультимейт, рар, анкам. Ладно, тростничок. Вот как раз он тут. Быстренько собираем. Все, уже хватит. Уже хватит. Так, ну что. Идем быстро. Быстро делаем, быстро прокачиваем Ларвесту. Даже на один... точно, даже на одну конфету мы больше сделаем, чтобы еще эволюционировать. Плюс к тому винозавра эволюционируем Ларвесту. Опять Uncommon Boss ставим в компьютер. И свободно берем 4 новых покемона в этой серии. Ну что, поехали, ребята. Так, давайте.
сколько у нас тут получится. Так, 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 как раз 8, а нужно 9. Вот, замечательно, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, ну что, это, и вот это, и вот наши конфетки, которые без магазина, а просто вот так каким-то способом заработались, точнее, нашли золото, пошли в ад, добыли глустон, повыращивали яблочки и все, и сделали себе 9 конфет, с помощью которых мы сейчас прокачаем наших покемонов. Ну что, первый у нас идет Винозавр, чтобы его уже докачать. Дальше Веста, которая уже заколебала. Давай, на, жри! Только не подавись вот этим опытом. Ну, наконец-то эволюция Ларвесты. Нравятся тебе конфетки, да? Нравится? Не знаю, что там. Какие там конфетки? Как они называются? Офиг его знает. Я уже, ребят, даже забыл. Я когда жил в Украине, то сейчас я уже даже забыл, какие там в Украине конфеты есть. Который я помню. Ну, рачок, да? Рачок там есть, но это, в принципе, уже очень старая конфета какая-то. Я еще, когда маленький был, там лет 6-7, помню, еще ел. Это уже до хрена когда давно было. Ну, не, ну не прям там супер-супер давно, но все же. А сейчас уже даже не помню. Еще знаю там Ferrero Rocher, да, если вот это, кто знает, может скажет, потому что я уже честно не помню. Дабл-дабл вот это. Ну что, ребята, вот наконец-то Вулкарона. Эспион, прощайтесь с Эспионом. Венозавр. Эспион, ты чё грустный? Смотрите на его морду. Ну, типа такой смайлик. Ну, не хочу уходить. Да ладно, ты потом ещё на замену. Твои братья с сёстры придут. Ну что, ребята, выкладываем. Вот даже, Эспион, не расстраивайся. Вот смотри, мы сейчас даже на твое место быстренько берем другую Иви. Не расстраивайся. Так, это сюда. Это сюда. Ой, а почему я вот это снял? Так, печеньки, ребята, печеньки, не забываем брать печеньки, это я специально для вас сделал, кто хочет по одной взяли, только не сразу все, не жмотьтесь, другим тоже оставьте, а вот эту чурку нужно убить 100%, это же ультимейт босс, самый лучший босс. Я забыл. Вот так, замечательно, и Грудоша. Так. И еще раз. Нормально. О, уже и Корфиш эволюционирует. Ну давай, дружище, прокачивайся. Сережен, в принципе, нужно было заканчивать. Ну ладно, сейчас мы быстренько возьмем новых покемонов на места старых. И на этом уже заканчиваем. Ну что ты там? Сейчас, ребята, секундочку. Вы пока смотрите, как там он уже эволюционировал и просто сидите и тупите, а мне сейчас секундочку нужно тут что-то сделать, а то... Ща. Все. Свифт, вот так. Опа. Рарбос. Ну, Пиджея, да, я согласен, Пиджи еще можно убить. А Диглет, пошел ты, Диглет, нафиг, не хочу я за тобой рыться. Опа, быстрый спуск. Главное не убиться, остановиться вовремя. Вот ты пос... Вот. Быстро. Грудоша, ты знаешь, что делать. Свою работу. Ой, да вот этим, да. И еще раз. Даунстоун. Так. Потопали. Быстренько. Нам еще нужно 3 новых покемонов взять. Если честно, я уже... Да, я уже знаю, ребята, что нужно словить Риолу. Мне уже тоже многие говорили: Эдисон, слови Риолу, почему ты ее не ловишь? Ну почему? Ну слови же Риолу. Словим, но чуть позже. Так же, как и Риолу нужно словить, так же и Дратини нужно словить, потому что Дратини это, походу... Чё за танцы-пляски тут? Вы видели, ребята? А ну, типа мы не видели. Медленно оборачиваемся. Нет. Но иногда вот это прям колбасит вот эти сундуки и печки и все подряд.
Я вспомнил. Ребята, запишите где-то или в комментариях напишите, а то я опять забуду. Пока я вспомнил сейчас случайно, когда увидел вот эти крылья. Ребята, я же хотел сделать стенд крыльев. То есть, помните, взять и сделать стенд, чтобы можно складывать было на него броньку, да? И сделать просто стенд всех крыльев. Там алмазные, железные, кожаные. Вот просто все так по порядку поставить. Мне кажется, будет так классно. Вот это нужно запомнить, ребята. Потом напишите где-то в комментариях, а то я опять забуду вот эти идеи. Крылья нужно сделать, я еще что-то хотел. Но уже... Вот дракини, да. Дракини то, что нужно словить. Потому что дракини это, походу, последний покемон, который эволюционирует на большом уровне. Ой, вот. Походу, мне кажется, реально, дракини такой последний покемон, который эволюционирует на большом уровне, так же, как и Вулкарон, а также, как и, Метагросс, да? И вот таких покемонов нужно сразу прокачивать, чтобы потом с ними не париться. Так. Сахар, сахар, сахар. Ну все, 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 все. Ну что, идем складываем в ларвесту, точнее выкладываем в ларвесту Инозара Магнезона. Кого берем вместо Вулкарона, ребята? Быстро. Давайте возьмем Алаказама Шайни. Иви мы уже взяли, это будет Вапорион, то есть психический водный. Хотя у нас есть Крафтдаун, но психический водный. Вместо... Тогда Пиплопа в эту команду не берем, потому что, в принципе, незачем, да? Пиплопа не берем, потому что у нас будет Иви Вапорион. Значит, потом следующий возьмем, так же, как и Лапрос. А хотя Лапрос уже прокачан, 35 уровень. Валрейн прокачанный. Ну что, тогда Венозавра... Вместо Венозавра берем... Тропиус, яички... Чего? Два Пиджия. А, это Пиджей Спиру, просто так показалось. Да давайте Шайни Манки я возьму, а почему бы не взять? Пускай будет. И вместо Магнезона берем, ребята, Шинкс. Берем Шинкс. Это кто? Хитмонтоп. Я не знаю, честно. Ну да давайте Шинкс, почему бы и нет. Ну что, ребята, давайте посмотрим нашу новую команду. На данный момент. Так, это у нас там кто? Рарбосс. Ну ща. Алаказам. Я его уже, в принципе, эволюционировал. Алаказам. Прям точь-в-точь, да? Мне, походу, нужно озвучивать покемонов было. Так, ну что? Ща, давайте быстренько сюда мы подойдем. Так бы нахрен экспешеры вы подали, как эти лечилки, да? А, ну что, Алаказам. Шайни. Алаказам, ты че бухой? Розовенький, потом Иви, которая станет... Почему? Я еще не догнал. А почему станет когда-то? Почему она должна стать, если может уже стать прямо сейчас? А чё тянуть? Ну и вот так тогда прокачаем до 30-40, наверное, до 40, так как и Эспиона, да, и выложим нафиг. Ну что, Иви, эволюция Корфиша, Шайни Снорлакс, Клефейри, Вулкарона. Ребята, продуктивная серия. Сходили быстренько в ад, Глоустон Зрек, сделали конфеты, прокачали, сделали алмазную печку. И круто, мне кажется. Вапорион, вот, Вапорион сразу же, ребята, прокачали. Крафтдаун тоже прокачаем какому-то. Короче, к 40 уровню выкладываем. Манки, Шайни. Тоже прокачаем. Так ты же Шайни. А почему ты... А может, я обычного взял? И Шинкс. Тогда давайте Шайни. Я не знаю. Я что, обычного взял? Вот. Ой. Я опять не того взял. Вот так. Замечательно. Вот так. Тогда обычного удаляем. Снорлакс. Все. Нормально. Свампер тут наш. Знаете что? Нужно, наверное, знаете, как сделать? Давайте быстренько. Уже серия, в принципе, долго длится. Хотя сделаем это в следующей серии. Будем складывать уже покемонов по
по разделам, там где уже прокачанные, там где шайни, там где легенды. На этом, ребята, мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Мы зачарили, вот типа скуда, не даже серию спокойно закончить. Чего нахрен? Чего? Ребят, смотрите, как забаговалось. Вот, все. А, вот, ребят, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки. Кстати, крылья классно смотрятся. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем, наберем 500 лайков. Новая серия выйдет еще сегодня. То есть две серии за один день. Сразу же выходит новая серия. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.